Британии Грэм Филлипс, который получил ранение во время обстрела украинской армии, не перестанет работать на Юго-Востоке. Репортер не собирается отказываться от любимого дела. Буду продолжать работать, конечно, и здоров. Нормально. Врачи и медсестры очень хорошо мне относятся. Слово здесь это просто замечательно. Но, слава Богу, я чувствую себя как нормально, здоров. И, ну, как я понимаю, мне будет нужен провести несколько дней в больнице. Несколько дней репортеру придется провести в больнице. Врач просил не беспокоить пациента, нужно завершить обследование и назначить курс лечения. Днем Грэм Филлипс попал под огонь украинской армии. Репортер успел заснять момент обстрела на видео. Вот. И теперь...